Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о собачьем хвосте. С помощью хвоста собаки общаются, показывают свое настроение, балансируют во время бега, согревают себя. Хвост – важный элемент лающих друзей человека. И его интересные функции – не единственное, что заслуживает внимания. Сейчас мы это докажем. Итак, представляем вам 5 занимательных фактов о собачьем хвосте. Хвост – это подвижный придаток на задней части тела собаки, продолжение позвоночника из костей, мышц, нервов и кожи. В большинстве случаев в хвосте насчитывается от 20 до 23 позвонков, при этом развиты из них только первые 2-3. Есть несколько видов собачьих хвостов – хвост поленом, крючком, серпом, спиралью, кольцом и в несколько завитков. Внешний вид хвоста – это особенность экстерьера собаки. Собаки-чемпионы по скорости бега не бывают бесхвостыми. Для того, чтобы очень быстро двигаться, любому лающему необходим хвост. Он служит для балансировки, выполняет функцию руля при поворотах, прыжках, приземлениях и во время плавания. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! В большинстве случаев, если собаку никто не видит, хвостом она махать не будет. При этом в присутствии человека лающий машет хвостом чаще, чем во время общения с другими животными. Парональные железы под хвостом выделяют особый секрет, который позволяет понять пол и настроение животного. Хвост работает как распространитель запаха по принципу вентилятора. Если собака приподняла хвост и махает им, значит она не против рассказать о своем поле и настроении другим животным. А вот поджатый хвост, наоборот, скрывает эту информацию о лающем. У некоторых собак хвосты имеют свойственные только их породе функции. Так, у мелких терьеров, выведенных для охоты на норных животных, хвост служит канатом, за который хозяин вытаскивает из норы питомца с объектом охоты. Важно заметить, что из-за особого строения хвоста у этих собак такое движение не причиняет им боль. Собачий хвост действительно одна из самых интересных и удивительных частей тела лающих, и перечисленные факты это хорошо подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!